Приветствую всех зрителей на нашем канале. И сегодня расскажу вам о своем ноутбуке Lenovo B590. Ну, в принципе, рассказывать-то о нем нечего, кроме того, что работал он лет 10 у меня минимум вполне исправно. Но полетел у меня жесткий диск. Стоял у меня здесь Windows 8. Я туда добавлял оперативочки. Потому что с магазина там стояло 2 гига оперативки. Я еще добавил 4. И в общем восьмерочка вполне хорошо у меня работала. Но поскольку у меня лег жесткий диск, я решил уже устанавливать себе десятку Lite. Нашел десяточку, там обрезанную до 4 гигабайт, 3,8, по-моему, но не суть сейчас. Заказал на Алиэкспресс еще 4 гига DDR-очку. И мне прислали вот такой вот жесткий диск. Это абсолютно бесплатно мне прислал мой родственник. Так что спасибо ему большое. Диск хоть и не новый, но сказано было вполне рабочий. И сейчас я буду менять диск, и вместо 2 гигабайт оперативки добавлю еще 4, чтобы было 8. Приступим. Ну что, сначала снимаем аккумулятор. В сторону его. Так, теперь откручиваю эти 2 винтика. Так. Ну что, начну с жесткого диска, пожалуй. Вот здесь винтик. Я его сейчас выйму. Привет. Вот он, родной, на 500 гигов. Неплохой был диск, да, пока не лег. Так, тут у нас раз, два винтики с другой стороны. Раз, два винтик. То есть сейчас их буду откручивать. Так, ноутбук пока в сторону. Так, не этот, сюда. Так, вынимаю эту свою на 2 гига. Где моя
с Алиэкспресс на 4. Поставили. Ну, а теперь так, это выкидывать не буду. Мало ли что. Пускай будет. Ну и ставим этот жесткий диск. Так, стал. Ну, вот и все, что касается замены жесткого диска. И теперь у меня здесь новый, можно сказать, жесткий диск и 8 гигабайт оперативки. Сейчас я его соберу и приступлю к установке 10 Windows Pro. No light. Результаты будут сейчас чуть попозже. Я после установки, что я хочу еще потестировать, поустанавливать программ туда хоть чуть-чуть. Тут еще такой значок у меня. Не знаю, видно вам или нет. Вот. Windows 8. Любопытно все же поставить сюда десяточку. Итак, поставил я наконец-то Windows 10 себе на свой Lenovo. Сейчас, где тут? Так, оперативная память из 8 гигабайт доступна 7,86, 64 разрядная. Операционная. Характеристики Windows 10 Pro. Ну, в общем, все как и было в том описании. Сейчас. Хочу сказать еще несколько слов о драйверах. Значит, после того, как я поставил десяточку, зашел на официальный сайт Lenovo, запустил обновление драйверов всех, автоматически мне предложило сразу 3 драйвера. То есть я начал все тестировать, вроде бы все в порядке, но потом выяснилось, что не работает микрофон, то есть динамики все без проблем запустились. А микрофон не захотел, поэтому пришлось зайти в обновление драйверов вручную от аудиосистему и выбрать здесь драйвер. Какой я выбирал? По-моему, вот этот вот. Да. Для Windows 8 64-разрядный ноутбук.
И, в общем, после его уже установочки у меня все заработало. То есть я его уже на третий день тестирую, это Windows. Ну, по сравнению с восьмерочкой, конечно, которая здесь стояла у меня на этом моем Lenovo. Конечно, лучше. Десяточка это Lite на 3,8 гигабайта. То есть установил. Что еще по ней могу сказать? Да, были немного у меня еще заморочки с самой установкой. Не захотела устанавливаться с флешки. Пришлось записывать на диск. А вот с диска установилась без проблем. Ну, и как бы все. А, еще долго выскакивало окошко активации Windows, но это тоже не проблема, куча вариантов в интернете, как решить. То есть поискал, все, убрал активацию. В общем, ну и общий вывод будет такой. Даже если не менять жесткий диск на более скоростной, а только добавить оперативки, то десяточка легко становится и работает на данном аппарате. Вот, Lenovo B590. Так что добавляйте оперативку себе и переходите на Windows 10. Ну а на этом все. Всем удачи. Всем пока.